Мы подарили Игорю на день рождения устройство, оно называется пантометр. Вот. Помнишь, Костик, да? Да, помню. Я его спаял. Да, Костик его спаял, вот, и еще. Мы смотрим на эту свадьбу и понимаем, что он сломался у него, сломался, вот. Пантометр. Поэтому. То есть много понтов, Игорь, да? Вы видели, как Игорь выходил на церемонию, видели? Это были понты? Нет, Игорь шел к своей любимой. Ребят, вы неправильно все воспринимали. Они шутят, это шут. Все.